Сегодня 22 марта, 6 утра, и я наконец-то на рыбалку иду. Вот такая у нас погодка. Буквально день назад здесь мы пройти не могли. Воды много на льду было, а сейчас все припорошило и подмерзло. Кыш-Гартинская курья. Саша меня решил сюда вывезти. Вот там часть города видна. И мы направляемся туда. Пробуем, пока без палатки пробурили луночки. Но у нас, что самое интересное, ветер поднимается и туман стелится. Только мне Саша зарядил. И что? Мой первый улов в этом году. Ёрш, я тебя, конечно, не ждала. Ну что сделаешь? Ты попался. Ушко будет вкусное. Коля уже третьего походу ёрша достает. Пока у нас мерзавчики вот эти попадаются. Коля доволен? Уха вкусная будет. Я не могу больше. Эй, кучерявый, что ж тебя прет на воздух-то свежий, а? Плавал бы и плавал. Ну тут стайка у нас подошла, походу мы сейчас будем отбиваться от нее. Плавает, плавает она. Давай, давай, давай. О! Я установочку дала на окуня. Пожалуйста, килька. Кусочек есть. Сейчас мы маленького выпустим. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Ой, вот он какой махонький. Все, живи. И не попадайся. Всем привет. С вами канал Стофики. И я, ваш любимый Санечка. Вышли мы на рыбалку недалеко от нашего поселка. Вот он наш поселок. Вот, и мы находимся вот здесь. Она называется Качгородская курья. Поставили палаточку. И сейчас посмотрим, кто у нас в палатке. Кто сегодня с нами принимает участие. Калюня. Марихуана. Моя марихуана. Ловит рыбку. Вон там мы уже поймали ершей. Вот таких. А вон там у нас сорожка. Во. С окушками. Сегодня мы с нашим газовым баллоном и газовой горелочкой. Вот такая вот горелочка. Сегодня мы ловим на опарыша и на тесто. Тесто сделали очень-очень мягким. Глубина под нами 1,5 метра. Лед 1,20 метра. Ну и сантиметров 30-40 подо льдом всего лишь. Вот, и клев такой неплохой. Сейчас сами посмотрите. Клев сумасшедший. Калюнька у нас ловит сегодня на опарыша только. Не хочет заморачиваться с тестом. И вот смотрите, он только поставил. Давайте посчитаем. Раз, два, три. Мимо. Вот, пошла, родимая. Меня пошла. Это вот марихуана тоже таскает вот таких вот маленькие. А из этих ершей мы сварим ушицу. Но уху мы будем уже варить дома. Уха из ерша вообще очень-очень вкусная. Делать не надо ничего. Просто закидываешь и все. Чистить не надо. Закинул, вытащил сварившийся. Только ушку пей. Клейкое ушко, наваристое. Ну что ж, испытание сибирячки на 10 секций. Могу сказать, для такой палатки, вот этой вот палаточки, зонтик, можно сказать, она очень сильно греет. В палатке, наверное, градусов 25 точно есть. Ну что ж, на этом заканчиваем нашу рыбалочку и идем домой. Смотрите нас на канале Стофики.
ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. С вами был ваш любимый Санечка. До новых встреч!